Ребят, потише. Все движения, которые танцуются, в основном у нас по кругу, да? То, что позволяет не сталкиваться с парой. В стиле де-центро шагов назад, в принципе, не существует. Да, даже очень кардана, который мы с вами делали, мы сделали его с шагом в 5 раз. 2, 3 и 4. Правильно? Шагов назад у нас, в принципе, не существует в стиле де-центро. Да? Вы не будете... Почему? Потому что нет движения по прямой линии. Потому что если вы будете в маленьком пространстве, когда много народу двигается назад, то, естественно, вы наступите на человека, который будет идти сзади. Да, поэтому шаги назад отменяются. Да, ну давайте еще раз покажем вам, что все назвали. Диагональ, ни в коем случае не туда. Да, и о том моменте, что когда мы делаем шаг в сторону, партнер должен освободить себя.